Студенты Казанского федерального университета продолжают покорять научное поприще. Младший научный сотрудник НИЛ космической навигации и планетные исследования стратегической академической единицы «Астровызов» Казанского федерального университета Алексей Андреев представил на конкурсе свой проект и стал лауреатом. Моя работа, она посвящена созданию системы ГЛОНАСС на окололунной орбите, потому что сейчас это очень актуальная задача в свете предстоящих российских лунных миссий, которые намечены на период с 2019 по 2025 год, годы точнее. И у нас уже есть неплохой задел в этой сфере, поэтому удалось вот представить те наработки, которые у нас есть на этом форуме. Конкурс проходил в рамках конференции форума «Космос. Взгляд в будущее», организованного Федерацией космонавтики России с участием «Ингострах», Госкорпорации «Роскосмос», Объединенной ракетно-космической корпорации, Национального исследовательского университета МАИ. Финал состоялся в Москве. Тема эта, она имеет вполне конкретную цель, и, в общем-то, много работы еще предстоит. Поэтому планирую развиваться вот в этом направлении, планирую защитить диссертацию по той тематике, которую я начал еще в магистратуре. В 2017 году научные достижения Андреева были отмечены двумя стипендиями академиков Российской академии наук Раальда и Ренада Сагдеевых и Академии наук Республики Татарстан. Кроме того, Алексей стал победителем конкурса «Студент года КФУ 2017» в номинации «Лучший аспирант в области естественных и физико-математических наук». Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универньюз.